Ну и, собственно, вот нам с предыдущего видео леска с тросиком, в сердцевине тросик. Сейчас будем устанавливать, да, в интернете. Устанавливать будем на катушку. Ну или как по многочисленным роликам, они же и катушки, они же и шпули, они же и головки. Ну, собственно, она такая простая, пластиковая, никаких носиков, наконечников металлических. Вот. Конечно, бы лучше металлический носик и такую автоматическую катушечку, лесочку вставил, помотал, намотал, и все, и все оно хорошо заходит, и все. Ну, в общем, они тоже, вот эти вот пластмассовые катушечки тоже разные бывают по виду крепления. То есть это просто вставляется и защелкивается. А другой вид, они вставляются, немножко перекручиваются, там в пазы встают. Ну, по крайней мере, я с двумя с такими работал видами. Вот. И в данном случае леска наматывается каким образом? Получается, на шпуле такая пластмассовая вставочка, и через нее тоже леска проходит. Здесь отверстие, здесь отверстие в шпуле с обеих сторон. Соответственно, с одной стороны проходит леска, вставляешь, и пошла во второе отверстие. Ну, конечно, как я и сказал, перед этим устанавливается вот эта вот крышечка. Но это в данной катушке. Все, в ней тоже отверстие сейчас. Ну, тут вот все, просвет поймали, отверстие поймали, все вставляем. Вот сейчас она выходит. Опа, вышло все. Протягиваем. Протягиваем так, чтобы... Ну, это элементарно, да? Чтобы ее вот так располовинить. Все, ну, собственно, у меня вот тут она... Ну, метр. Где-то вот так. Длины получается. Так, затем на всех шпулях, на всех вот этих катушечках есть указатель, стрелочка, стрелочка, в какую сторону мотать леску. Вот у нас имеется два конца, два желобка, два конца лески, два желобка. Все, леска у нас два конца одинаковые. По направлению стрелочки берем, мотаем леску. В первый желобок нам наматываем. Все, и тут есть вырезы. Тут уже будет видно, когда наматываешь. Вот уголочек остается. И как раз таки вырез его фиксируешь. Так, все, зафиксировали. Ну вот примерно такая вот, ну, сантиметров 10-15 длины. Все, вторая, где у нас стрелочка, вот у нас стрелочка. Все, поехали, наматываем, наматываем, смотрим. Ага, ну вот примерно столько же лески. Доходим до, опять до пазика, вставляем в него. Вот. Эти вот пазы на катушке, вот они тут с одной стороны, противоположно друг от друга. Вот они. Все. Леска с одного желобка мотается, когда ей нужно какой-то паз встать, да, зафиксироваться. Вот здесь она мотается по первому желобку. И дальше просто переходит через вот этот бортик, который разделяет желобки. Просто через него он нахрест переходит и вставляется. Вот. То есть, ну, в данном случае так, больше тут никак не поставишь. Думаю, все верно. Ну и все, и тут с этого желобка уже, со второго мотаешь также, доматываешь, вот остается кончик. И вот он же
это отверстие и в него устанавливаешь. Все. Все, леска намотана. Намотана. Все. Вставляем. Вот она пружинка. Все. Дальше остается ее только поставить на. Так, сейчас развернем камеру. Что это не получается, что развернуть? Ну ладно. Все, в общем, потом вот так все сюда вставляем все.